В Стерлитамаке завершился первый этап реализации высокотехнологичного проекта по выпуску станков с числовым программным управлением и роботизированных комплексов. На сегодняшний день в России и странах СНГ нет аналогов данному производству. Об этом сообщили в Министерстве промышленности, энергетики и инноваций региона. На реализацию первого этапа проекта инвестор, компания М-Робо, вложила более 17 миллионов рублей. Закуплено и введено в эксплуатацию оборудование, также произведен ремонт арендуемой площади. Отмечу, что общая сумма инвестиций по проекту составляет 126 миллионов рублей. Запланировано создать 60 высокотехнологичных рабочих мест. На сегодняшний день сформировано 20. На сегодняшний день реализован первый этап проекта. Закуплено технологическое оборудование для обработки листового материала, создано 20 рабочих мест. На втором этапе мы планируем приобрести еще комплекс оборудования, который еще больше локализует производство нашей продукции в городе Стерлитамак и создаст дополнительно 50 рабочих мест. На втором этапе предприятие планирует докупить оборудование, которое увеличит производственную мощность. Для этих целей сформирована заявка Федеральный и региональный фонд развития промышленности для получения льготного займа по программе проекта развития. Полностью завершить реализацию инвестпроекта компания планирует к концу этого года.